ребяточки, всем привет, красотища. Ну, понятно, сейчас весна, они просыпаются, змейки. Внимательно, там лежало реально, а ну пошли. Не знаю, дохло, реально, улиток, конечно, тьма. Их сейчас должно тут, блядь, кишить, этих змей. Кодла, блядь. Ну тут камни. О, красотища, ребята. Снимал уже, наверное, показывал, каховка. Красота. Какое водохранилище. Сколько воды. Искусственно. А ну пошли-ка посмотрим. Самяра, да. А может, утянул кого-то. Утянуло его. Утянуло мужика. Ой, ребята. Не упасть. Поплавочек стоит, а рыбаков нет. Вот цветочки. Так, что мы на Одессу или куда поедем? Да, поехали, а? Да, на Одессу. В Аркадию. Давай в Аркадию смотаемся. Садись на дизель. И погнал. Чух, 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 чух. Да сколько же дойдем? Так. На этот штурне. Сейчас пойдем посмотрим рыбалочку. Кто-то ловит там. О, красотища. Ребята, вот так бузина цветет. Кстати, можно, а, пахнет настоять напиток на бузине. Кстати, можно попробовать, ребята. Очень ароматная вещь. Когда-то бабка варила это. Моя бабка варила варенье с бузины. Никогда не пробовал. Интересная вещь, да? С этих. Вот именно с цветков. Ну да, сахар. Оно ароматное, ты что, как мед получается. С одуванчиком. Со всяких приколов. Ладно, это болото. А там каховочка. Не, ну это рыб колхоз или что-то. Что, конечно, ловит. Он существует, конечно. Вон, видишь, лодки, сети. Это все... Все официально. Конечно, браконьерство. А, хуй его знает. Ну да. Ну так никто не ловит, видишь. Карантин, а он мужика. Сейчас посмотрим, ловит или не ловит. Да, ну не столько много. Но... О, клев есть. В июне где-то, да? Да не, раньше. Раньше, да? Она в июне, в середине июня уже будет раньше. О! Это что испытается, да? Нет, вот. А на что, на червя, да? Да и на червя, и на бойлики. А опарыш? Чего сейчас негде их взять? Сейчас за опарышем, сейчас надо попасть в кушугу как-то.
Да оно если клюет, то клюет на все, да? О, рыбка ловится, ребята, так что не спите, а то спят. Встали бы, пошли ловить, да? Так что, Артем, пошли, берем удочки, придем сюда, сядем вот тут. Владимир Ильич, вы куда? Возьмем это удочки зачем? Для конфигурации. Да. Возьмем бутылочку, сядем как люди и посидим. И нафиг та работа. Работа. Нет, главное, что гроши пошли. Ну это там. Гроши, гроши, а воды. А ну, что за сооружение, ребята, смотрите, как сделано. Как смотровые окна. Тут шестиконечная. О, ну я ж тебе говорю, глянь. Там подвал целый, Андрюха. Это все бункер. Это все бункер. Ну да, это что-то было, хер его знает. Это со всех сторон окна. Может тут какой-то снайпер сидел. И отстреливался. А она нас не выгонит. Да, ну пошли сходим. А. Только чернявая, такая симпатичная, симпатичная. А живая его на очередь. А, так она рядом живет и работает, да? Это ж типа как станция, да? Знаете, мамка работала на железнодорожье. Тетя Вера, там на первом запорожье, там торгует. Ну, что на пенсию торгует. А вот тут живет, вот тут. А там... Ну, парада подростка, вот там, я знаю, что были двери такие, куда заходить. Ну, да, просто интересно, когда это делалось, в каком году и для чего. Не знаю, это такие двояка. Тут вот раз, два, три, четыре семьи железнодорожных было, по-моему. Это вот, ну, это ж на ту сторону, на ту сторону. Ну, да. Ну, ладно, не будем. Будем воровать. Видосик. Где она? Это железная станция. Кстати, вот. Конкрыновка. Железная станция, ребята. Вот такие. Кто знает. Видишь? Добрый день. Снимаем репортаж для ТВ5. Хотели спросить там, что за бункер, когда вона он основался. Вона сейчас дома. Вот туда. Вот так спуститься туда вниз, а там, где мы. Мальчик с той стороны, а вы туда. Вона сейчас дома. Она расскажет за той бункер. Она в курсе дела, да? Ну, так это же, где этот бункер? Она, наверное, родилась здесь, да? Ну да, вона там не выросла. Да. Так что я тебе... Что же вы как-то снимаете слабовато на телефон? Ну, мы временно здесь, как, случайно. Случайно? Ну, понравилось. Все, как бы... Гуляй. Все, можно было так. Так, ребята, ну мы не выдержали, прошли тоже на рыбалку. Закинули одно удилище, сейчас второе разматываем. Попробуем. Хочется рыбки. Да, что поймаем, все покажем. Если поймаем, да? Вот там мы были. Мужички там ловят, но мы решили на этот бережок пойти. Не знаю зачем. Там люди ловят, а тут ничего не ловится. Но мы любим, где ничего не ловится, да? Мы ищем легкий путей. Ну ладно, давайте. Мы ищем рыбное место. Клюнет, все покажем. А ну, рыбачок, покажи это. Покажи, там что-то ты хоть поймал. А что у тебя бутылочка стоит, смотрю. О, смотри, уже три штучки поймали. Вот это ты молодец. Отлично, отлично. Я понял. Ладно, ложи улов, давай продолжай рыбалку. Смотри, у тебя там что-то еще стоит. Флянец какой-то, да? Да, да, стоит. Нифига себе, вот это рыбалка настоящая. Ну что, клюе, братан? О, покажи. Хороший попался. О, ребятки, смотрите, какой карасик, красавчик, смотрите. Эх, эх, хороший, хороший. Эх, пополнение. Эх, ребятушки, половили, смотрите, есть немножко. Рыбалочка удалась. Такой вот карасик. Ставим лайки, подписываемся на канал.
Пойдем жарить. А ну-ка еще дай-ка. Все, ребятки, до новых встреч в эфире.